Всем привет, это Максим и рубрика «Конец ивентовой недели». Такая непостоянная рубрика для тех игроков, кто всю неделю не закрывал ивенты, ждал, может быть, работал, был занят, ждал, когда Максим подведет итоги прошедшей недели и подскажет, что в итоге нужно сделать, а что нет. Эта неделя была с пробуждениями. Нужно набрать 200 очков для гарантированного Б-камня, который дадут в понедельник. А кто поднялся выше сотки, поздравляю, те получат Б-плюс или что-то еще более вкуснейшее из камней. Так, фабрика. Так как нам показали ивенты на этот месяц, на июль, и показано, что через 3 недели будет специвент, он как раз выпадает по очередности, если ничего не изменится, на фабрику. Есть смысл дойти до бонусного уровня, который открывается после 8-9 этапа, а зайти в него, здесь ничего, скажем так, не выставлять, в этом нет никакого смысла, и оставить его, не завершать. Зайти в магазин, потратить ваши медовые звезды на лоты, что смогли найти с уровней, то потратить. Если у вас, например, ну немножко не хватает, чтобы забрать радужные, пак, вот, допустим, у вас там 80-99 медовых, то можно, конечно, потратить немного специальных аврора, этих радужных звезд, и докупить лот с радужными. Но тратить их не стоит, копите понадобится. Выходим, оставляем бонусный уровень. Мелодичный ивент этот. Кэшбэк за то, что вы тратите здесь звезды и арбы. 81 очко я получил за потраченные звезды. И по сути я ничего отсюда не получаю. Но за 100 очков я смогу получить сундучок. В этом сундуке будет герой из первой волны фракции превосходства. 5000 эссенции, 15 тысяч синки и 15 красных ящиков. В принципе, пойдет. Что пойдет? Просто арбы. Нужно потратить мне 19 арбов. Ну, это то есть 20 арбов. 20 очков получить. Я получу награду 4-звездочный корм Свет Тьма и герой фракции Тьмы. Ничего страшного, если у вас как бы арбов есть больше... Сколько? 640 штук. 640 это как раз 8 полных кругов. То тогда можно... Ну, наверное, потратить 20 штук. Вот я возьму... Отсюда вот получил как раз тоже корм. Также вот, как за 10 арбов я получу примерно такую же награду. И еще. О, Эос. Повезло. Ну и ладно. 20 арбов забрали. Потратили, забрали награды. Идем в ивенты. Последний мелодичный струн. И у меня получилось 101 очко. За 101 я получаю, нажимаю, открываю к себе коробочку, получаю награды. Все. Если у вас есть лишние арбы, там, допустим, больше 640 штук, то тогда можете чуть-чуть еще потратиться, но я бы не стал. Далее. Контракт. Опа, обмен. Это я забыл. Это вот хорошо, что я сюда зашел. И здесь обменять. Не забываем, обмениваем обычную фракцию 6-звездочного героя на контрактные алмазы. 400 штук, не помешает. Здесь пробуждение, забираем награды. Кто добил 300 очков, тот может забрать либо арбуз, либо пол ядра. Это уже на ваше усмотрение. Миракл, без проблем, это как бы надо было еще в самом начале закрыть, чтобы получить леденцы для фабрики. Ну и все, здесь получается все. По сути... На этой неделе ничего такого сверхъестественного не было, только пробуждение. На следующей неделе ничего сверхъестественного не будет, просто проходная неделя практически. Арбы не тратим, сундуки, скорее всего, не забираем, лабиринт закрываем и получаем немного кэшбэка. Ну и все. Как у вас неделя прошла, поставьте в комментариях. Ну и до свидули.